Здравствуйте всем. Вот получил посылку в субботу с орхидеями. Простояла на меня сутки, ну, один день. Упакованная, так указано было в ней. На упаковке. И потом распечатывать. Это новый поставщик. Он мне как бы незнакомый. Как бы многие за него рассказывают. И в Германии с людей, что неплохое качество орхидей. Сейчас будем постепенно распаковывать и смотреть, что там внутри. Такая осеневидная тиланция. Давно ее хотел. Такой вот бульбофилум. Такого качества. Очень интересный вид. Вот такой еще один бульбофилум. Я заказал очень много бульбофилума в этот раз. Вот такая вот красота. Хорошее качество его. Такой вот еще рингостилис, разновидность этого рингостилиса, посаженный на деревяшке, качество неплохое, в принципе. Вот такая ванда. Ванды там, конечно, дешевые, что я повелся заказать еще себе ванды. Такое качество, в принципе, неплохое. Вот такая котлея большая. Тоже, в принципе, неплохое качество снаружи. Не знаю, что, конечно, внутри. Еще такая вот одна котлея. Тоже, в принципе, неплохая. Вот такой бульбофилм. Даже меня еще удивилось, что он еще с цветочком. Смотрите, какой красивый цветочек. И один бутон. Видите, какая красота. Вот такой еще бульбофилм. Тоже хорошее качество бульбофилма. Большой мешок. Вот такой фаленопсис с цветоносом. Потом подробнее буду показывать в следующих видео название этих фаленопсисов. Тоже качество, в принципе, неплохое. Вот такая большая аскоценда. Тоже видите. Такое ангебутное предложение. Оно было по 10 евро. Я ее заказал. С деткой растущей большой. Корнями, в принципе, неплохая. Вот такой рингостилис большой. Должен быть такой сиреневого цвета. Очень красивая темная краска. Тоже растение очень большое. Вот еще один такой бульбофилум большой тоже. Качество бульбофилма очень хорошее. Но это, конечно, не ожидал я такого размера, во-первых. И плюс ко всему за такую цену, такого большого рингостилиса плюс с двумя цветоносами. Обалдеть! Красота, конечно. Качество орхидей просто супер. И цены такие на этом сайте очень низкие. И, в принципе, они очень быстро работают. Ой, красота. Еще один такой бульбофилм. Тоже качество бульбофилма просто ж хорошее. Ну, то, что немножко поврежденный такой лист сложенный. Ничего страшного. Главное, новый рост хороший. Качество прекрасное. Да, и вот еще. Это моя, конечно, большая мечта — иметь огромнейшую котлею. Плюс ко всему, что меня порадовало, она стоила очень-очень дешево. И плюс, смотрите, какой у нее заложенные цветочные почки. И смотрите, какая огромная котлея. 20, наверное, 30 сантиметров эта котлея. Качество котлеи обалдеть.